Негативное восприятие слова «чиновник» в России появилось давно. Толковый словарь Ушакова, изданный еще в 30-е годы 20 века, трактует его так. Человек, относящийся к своей работе с казенным равнодушием, без деятельного интереса, бюрократ. В современной России практически ничего не изменилось. В народном сознании чиновник до сих пор остается отрицательным персонажем и предметом для пародий. Где мой материнский капитал? Где начальство? Для получения материнского капитала нужно подойти в кабинет номер 7 с 8 до 8.30 каждый четверг каждого нечетного месяца по високосным годам. С собой иметь характеристику с работы на 84 листах, справку о доходах второго и копию первого ребенка. К любопытному выводу пришли современные социологи. Оказывается, успешный чиновник, по мнению самих госслужащих, тот, кто умеет решать вопросы. Вот только в чью пользу? Ведь результаты социологических исследований показывают, что мы и они по разные стороны баррикад. Так, например, опрос, проведенный в марте в Орловской области, показал, что менее 30% чиновников рассматривают граждан в качестве активных субъектов социальных взаимодействий. Граждане не остались в долгу. Практически 40% отметили, что чиновники вызывают у них устойчивые отрицательные эмоции.